Итак, ребят, всем привет. Сегодня мы будем проходить игру Gears of War 5. В прошлый раз мы пробовали ее проходить в кооперативе, но там то сервак отвалится, то еще что-нибудь, какие-то проблемы сплошные. Поэтому решил все-таки ее проходить в одиночку. Сюжет-то вроде все-таки интересный. По крайней мере, с этой серией я особо не знаком. Вот. Так что, всем приятного просмотра. Previously on Gears. We used to protect Cox settlements. Now we're about to raid one. Raiding is what outsiders do. Lieutenant, you've been busy. Так, я вижу изображение, да, с рамками. Сейчас попробуем, наверное, растянуть его немножко. Что-то какая-то беда тут прям с настройками. ОБС странно эту игру видит. То оно растягивает его на полный экран, то нет. Вроде масштабирование делаешь. Я знаю, что-то. Что-то все как-то не то. You know as well as I do that he can help. Our village was attacked. And my mother was taken. Taken? Dad, you should look at this. Вот этот чувак, по-моему, с третьей части, да, если я не ошибаюсь. Ну, вообще в целом со всей серии игр. Ладно. Ну это дело, я помню то, что не скипнуть. Nightmares у нее, короче. Игровой канал 55, привет. Привет, спасибо, что зашел. Time to hook in for the drop.
Definitely not you. Del, I'm fine, okay? Sure you are. Oh, shit. Thanks, Del. Sam, we're off going. Roger that. We're standing by up here. See you soon. Hey, Dave, coming? Так, давайте спустимся, когда геймплей начнется, более-менее хотя бы. Попробуем отредактировать вот эти вот полосы с угла экрана. Не есть хорошо. Так, вот сюда, я помню, надо бежать. Так, вот тут секунду. Мы сейчас попробуем в игре. Параметры. Видео. Полный экран. Блин, какой ставит. Попробуем так. Полный экран в окне. Полный экран. Назад. Так, по Б сейчас. Рано в Б, если он нормально растягивается. Ну, не знаю, давайте так попробуем по настройкам. Все-таки очень интересно, почему именно так игру он видит. С другими почему-то играми проблем не было. Нет, он все равно, короче, да? Все равно мне мозги делает. Так, 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 так. Раз, два.
Не знаю, непонятно мне, короче, как нормально картинку растянуть, чтобы без этих полос было. Ладно. Хотя, по идее, вот я просто брал и с этого, ну, делал запись, типа тестил, короче. Почему картинка неверна? Я не знаю. Как это работает, пока не ясно. Предмет, какой предмет добрать? Дела. Окей, let's go. Ты, короче, просканировать местность. Окей. Идите, козлы. Ну, чё он не залазит? Ну, залезай. Непонятно, что делать-то. Но здесь-то явно никого нет. Да? А, нет, смотри-ка, есть. Да. Что-то я сегодня нет, туплю. Готов? Так, это у нас что тут? А тут сколько? 140 патронов. Ладно, мы возьмем вот. Тут у нас тоже, да, такой же? Угу. Лансер-то поприкольнее будет. Мы тогда вот как сделаем. Ну а чё ты прыгаешь? Да, это я немножко помню. Нам куда-то сюда. Сейчас чувак появится. В жопу ему настрелял.
до наших. Ну окей. Этому надо в жопу стрелять. Ну надо. Леонид Кукундук, привет. Привет. Слушай, ты не знаешь, как в ОБС масштаб сделать нормальные картинки, а то видишь, он как эту игру видит. Он почему-то оставляет полосы. Вот эти бы черные полосы, которые меня весят, убрать бы не мешало. Пробовал масштабирование сделать, ни хрена. Причем предыдущие игры, но он нормально видит. И в записи тоже он нормально растягивает. Так, если не ошибаюсь, вот эти типа гнезда надо взрывать. Тихо, осколочная, где тут была? Виктор, плей, привет. Так, перезарядка, R, ну чего он не пилит-то? А, F. Так, тут у нас Гнашер, Лансер. Давай Лансер. С Лансером поприкольнее. Чё там мне больше Лансера заходит? Слушай, Виктор, плей. Витя, у меня, в общем, какая-то вот проблема. Видишь полосы на экране? Черные. Чё-то я не знаю, как масштаб в ОБС сделать. Он почему-то эту игру вот именно так видит. Не пойму, в чем дело. То ли разрешение в игре поменял, ни хрена не помогает. Вот это пока единственная пока проблема. Хотя в записи я эту игру запускал, чтобы проверить, как все работает. Нормально записывает. В чем дело, не могу врубиться. Давайте, как черепашки-ниндзя. Улетел один. Готов. Так, настройки, экран и звук, расшири границы экрана до ТВ. У меня только на стриме не на весь экран. У меня игра на весь экран, я это вижу, то что она на телеке в полный этот, в полный рост, скажем так. В ОБС на 1080 стоит вывод. Так, а как это поменять тогда? Дядя Степа, привет. Там вывод изображения получается, да, надо так
Сейчас, секунду, я попробую исправить. Странно, у меня вывод 1680 на 1050. Вывод изображения. Я не знаю, о чем дело. Сергей Джуниор, привет. Да, Серега, я тебя помню. Ну, собственно, мы вчера подписались друг на друга, там, туда-сюда. Вот вчера также у меня было 100 с чем-то подписчиков, сегодня херак уже 98. 4 человека отписали. Такая херня. Что-то я не пойму, правда, как эти полосы убрать. Вроде разрешение в OBS стоит 1680 на 1050. Это на выводе. Подскажите, ребят, что-то как-то я это... Я запутался. Поменять? Ну, давай попробую поменять. Ни вывод, ни хрена вообще, разрешение не получается изменить. На Монике, ну то есть размер игры одинаковый вместе с размером стрима. В записи, причем он этот в записи игру показывает нормально, без черных полос. Я, ну, через OBS записывал. С этим косяков нету. Косяк вот именно, когда я вывожу на стрим. Стрим ли я, получается, с компа, соответственно. Стрим закрыт. Сейчас тогда трансляция вся наебнется. Просто остановить трансляцию. Слушай, а если я этот какого просто типа на паузу какую-нибудь могу трансляцию поставить. Так, а на какое разрешение менять? Также вот на 1600 с чем-то или что? Или меньше делать? Не пойму просто, на какое именно разрешение это менять? Подскажите, пожалуйста, я не в курсе. Ребят, я не в курсе. Так, один пишет 2560 на 440, второй пишет 920 на 1080. А мне-то что ставить?
Оттекаем. Шустрые пидорги, блядь. Сходящая скорость, да там по-разному, она где-то 90-70 мегабит по-разному. Да не, думаю, все-таки если ставить то, что на этот нормальное разрешение, что было, ну, на весь экран. 1920. Ну, короче, 1920, да, мне нужно поставить в OBS вывод видео. Хорошо, ребят, спасибо, я понял. Ну, тогда вот именно эту первую часть трима, короче. Сейчас мы дойдем до конца первого акта или главы там что-то. В общем, быстренько сейчас пробежим. То есть первый стрим уж все-таки получается будет минут на 30-40. Потом еще один запустим уже с нормальными настройками. Сейчас пока уж не обессудьте, придется смотреть с полоска. Ну и соответственно на второй стрим подтягивайтесь, если желание будет. Я как бы, ну там буквально только поменяю, короче говоря, всякие разрешения. И запущу сразу же. Ну там описание добавлю, всякую хуйню туда пишу. И, собственно, приступим. Заебись, патроны закончились. Вовремя. Хедшот. Хедшот. Я, кажется, начинаю вспоминать, на как на клавомыши лобать. Это не может не радовать. Бумшот. Стоит он, блядь, тут стреляет, на. Охуевший. Тихо. Вот так. Старевший лансер и обычный лансер. Интересно, чем они отличаются? Флэр, привет.
Привет, ребята, я не успел поздороваться. Проблемы, видишь, с настройками всякими. Можно ему под жопу надавать, кстати, когда он ползает. Так, тут что, патроны-то есть? Давай, вылезай. Готов. Иди сюда. Так, ну хоть патронов понаберем. Бля, чувак, убери башку. Нихуя же не видно. Готов. Так, мы должны типа яйца эти разбивать, да? Не совсем понимаю, зачем яйца эти колотить. Ну ладно. Так, я помню то, что тут какой-то мини-босс. Кстати, ребята, еще хотел спросить, а в самой этой игре надо разрешение менять? Тихо, сейчас гранатку заебнем. Держи фашист гранату. Так, меня ебанули. Поднимай. Ты пиздец. Так. У меня битрейт в системе компа в игре в OBS системе. Угу. Понятно, у меня битрейт там что-то стоит 35 тысяч, по-моему. Как-то так. Два к маловато, но 13 норм, и НСК 4 10. Производительность. У меня тоже вот этот пресет, лучшее качество тоже установлено, как бы. Next, привет. Ну, как ни крути, придется в скором времени сейчас стрим прерывать, чтобы запилить до конца. Рано почему-то другие игры он нормально хватает, ему не надо там дополнительных каких-то там этих изменений разрешений и все такое. Кстати, возможно, кто шарит, ребят, такой косяк может быть, то что во время запуска игры я немножко подрастягивал границы, ну знаешь, как это обычно бывает, типа растянуть рамки экрана. Может быть, их тянуть-то не надо было для OBS, допустим.
Control, that carrier's down. Thanks for the help. DBs, one of you secure. Ссылки, параметры какие? Я вот никакой ссылки не вижу даже. Нужно придумать, как открыть. Как открыть? Угу. Ну, у меня нет этой ссылки. Я не вижу. В принципе, как вариант, Серег, можешь мне этот как в ВКонтакте эту ссылку отправить. Это рекомендуемые параметры для стрима в YouTube. Ты имеешь в виду касательно Gears 5? Потому что другая эта игра нормально хватается. Я вот Bloodstained, когда стримил, ее не нужно было там плясать с бубном. И в настройках что-то там выставлять, разные разрешения и так далее. Странная какая-то вся эта херня. Коллекционный предмет. Окей. Хорошо, спасибо, я посмотрю сейчас. То есть, вот эту главу мы быстренько пробежим, там начнется вторая. И, собственно, на ней сохранение пройдет и... Запустить, ну, я выйду, закончу стрим и под шаманью в настройки, короче говоря, запущу второй. То есть у нас вместо одного большого запланированного сегодня будет два, но один будет стрим покороче. Хреново, конечно, когда такие обломы, но что поделать. Причем, вот правда, вот мне это странно. В OBS запись идет с одним форматом изображения, на стриме выводится другое, как быть, хер его знает. Вот тут и надо что там. По идее же так и должно быть. Почему именно? Ну как бы так и должно быть. На все игры как бы одни настройки. Чтобы ты не уебывался с этой всей хуйней. Блять, еще эти петухи. Готов. Хуяк. Ноблю в игры, привет.
Я, кстати, за ночь где-то около 4 подписчиков подписали. YouTube снова продолжает чудить. Так что, возможно, кому-то придется заново подписываться на меня. Но, по идее, кто не подписан, у того оповещение не выскакивает. То, что я стрим начал. По идее, так. Все, я его ёбнул, нет? Да чё, живой. Чара, короче, надо его так разъебывать. Ну, там второй еще. Готов. Подзахуячил его чуть-чуть. Так, так, так. Как открывать? Да, YouTube, он как бы чудит и не дает нормально, в принципе, развиваться. То есть у меня сотни каналов, помнишь, ты вчера говорил, что ты сотый? У меня сотни каналов уже было раза, наверное, 3 не спиздить за этот месяц. За сентябрь, я имею в виду. Обрезает, уебывает и все. И что, обидно то, что на удаленные каналы я-то остаюсь подписан. Людей продолжаю поддерживать. Они либо сами отписались, либо YouTube. Такие дела. Так, ну чё, как эту дверь-то, блядь, открыть? Микрофон, сеточку, плевательницу ты имеешь в виду? Дело в том, что у меня не микрофон, а у меня гарнитура. Посмотрите, сейчас лучше с микрофоном. Так, как этого дрона-то отправить? Шумка у меня, кстати, вот сегодня скачалось обновление на OBS, у меня шумоподавление какое-то типа охуевшее стоит. А вот как это делается. Там типа новая функция в OBS появилась, то что какое-то крутое шумоподавление, и оно типа влияет на производительность системы. Я такой, йоу, чуваки, конечно, кто потянет. Дроид, короче, медвежатник. А то, что микрофон немного фонит, это тупо надо просто сидеть и очень подробно смотреть в настройках. Там же всяких фильтров куча, всякой херни вот этой вот. Бомшот.
Не будем брать бумшот, короче. Сергей, спасибо, удачи. Неделю микрофон настраивал, жесть. Мне бы, наверное, терпения не хватило. Просто я тоже так же вот начинаю микрофон, допустим, настраивать. И минут через 15-20 у меня это все как-то сливается. То есть одна настройка микрофона очень похожа на другую. И вроде как, блядь, все одинаково, и вроде как и так нормально. Так, давай-ка им гранатку заебнем. Раз и вторую. Так, долбанули по мне. Чувак, ты заебал. Лен, вылезай, сука. Ну ты пидор, давай. Блять, еще один. Дропшот. По-моему, дефолтная пушка самая крутая. Ну, конечно, попробую сейчас пострелять с дропшота этого охуевшего. Да, такое себе. Опять бомшот. Тихо, патроны на лансер. Лансер, короче, качает. Микрофон жопу настраивать. Да, я с вами, чуваки, согласен. Просто там очень много крутилок, и то, куда крутить, не совсем понятно. Вроде как изменения, может быть, и небольшие, но в целом, блядь, они могут быть кардинальными. Просто надо же знать, что крутить. Причем с учетом того, то, что проги-то профессиональные. Интересно, нужно вообще эти яйца созрывать? Так, давай так. Раз яйцо, два яйца. Надо вот эту кнопочку нажимать, чтобы дроид туда полетел. Дроид, ты не хочешь туда слетать? Иди в жопу, да. Так, еще яйца висят где-то. И на потолке, нахуй. Это что, бронебойные яйца? Ясно. Подождите сюда. Все достаточно? Нет. Вот эту кнопку надо нажимать, чтобы здесь панель, короче, выехала вот эта. Такая, видишь, в данный момент мне не перепрыгнуть. Вот он, обрыв. Плодным оружием никак. Так-то мы вот здесь вот можем немножко порубить. Что не рубится?
вперед улыбилась. На другую сторону пока не перебраться. Тащи патрон. Угу. А, надо к этой подойти, что ли? Убегать ее. Мандашвили заныкалась там и стоит, тупит. Надо попиздеть обязательно. Так. Угу. Вот здесь нам нужно. It's all yours. Control, you're in. Start the launch sequence. Pressurized. First stage. Opening silo doors. Error. Error. Ошибка. Ошибка. Аларм. Аларм. I knew that seemed too easy. Bad options. Bug out. Blast doors aren't going to protect you from an exploding rocket. All right, then we call it. Let's go. Hydraulic external power to on. No. We get that hatch open. What? Kid, listen to your old man. You gotta get out of there. Damn it, we came here to do this, so let's get it done. Ignition test commence. Сейчас мы как запустим. Stay with me. Ignition, engine one. To learn to stop following you. Yeah, good luck with that. Well, let's get that hatch open. Так вот теперь, да, наверное, сработает вот эта хрень. Ну да. Дроид не нажал, что ли, кнопку? Надо еще что ли одно нажимать? А непонятно. Да, еще одно. Готов, петушара. О, канал. Это прогорит все. Что-то непонятно, эти яйца надо обязательно убирать, убивать или нет. Опять в жопу ему настрелял. Долбануло чуть-чуть. Так. Здорово, Илюх. Блять, сколько их тут, а?
Все взрывается, все летит. Бум-бум-бум. Ядерную ракету запустили. Unbelievable. Sam, we're ready for extraction. Ну, сейчас, собственно, начнется вторая глава. Мы прервемся минут на 20. Я поколдую с этими, с настройками, чтобы нормально растянуть изображение экрана. То эти черные полосы немножко подбешивают. Я имею в виду по бокам. То есть, сразу же после этого стрима будет второй. Милости, как говорится, прочь. Новая эфира. Сейчас сохранение пройдет. И прервемся минут на 20. Писик Apple, привет. Спасибо за лайк. Ты на работе? Повезло. Мне сегодня ночь, кстати, тоже. You can call it what you want, but we're at war, even if it doesn't feel like it yet. We all have to be on the same page. Yeah, well, I mean, if you think it'll help, then... Wish you'd have been this willing to listen back at that silo. Hey, it worked out, didn't it? Ну, заходите, подключайтесь на второй стрим. Сейчас вот. По идее, все быстро сделать. Там только, по идее, разрешение изменить. В игре и в этом. И на Рубейсе. Добавить описание, название и запускать можно. Hey. You know it's just 'cause he cares, right? Yeah, well, you know a hell of a lot more about him caring than I would. Okay, we're just gonna go inside. Come on, Dave. That was a shitty thing to say. Yeah, I'm sorry. The thing is, you two are more alike than either of you want to admit. The data is in front of you, Damon. Блин, какие длинные катсцены-то, а? I thought the new satellite would automatically link to the old ones. It cannot find them. Without regular scheduling from telecommand, tracking accuracy degrades. Thanks a lot, Iris. Your vocal sentiment does not match your words' literal meaning. Thus, you are not actually thanking me. Please stop me. Talking. So, I Please still stop can't talking. Find the other Hammer of Dawn satellites. On the plus side, I accidentally invented an AI that understands sarcasm. Here, that data drive you wanted. Maybe it'll help. Find lost satellites? I doubt it. But I'll take a look. Wait, hang on. Did we do all that for nothing? Oh, it'll fire. But with only one working satellite up, it'll be tough to control the beam. what's wrong with Dave? Дрой дрючит стенку. What kind of problems? That kind.
Oh, I know I'm gonna regret this. Бляха-муха. Бляха-муха. Meet the new Jack. When the hell did you have time to build this? When did I have time to build this? This is what I do. I sit here making stuff you guys don't appreciate and inevitably break. Okay, so what's different about him? Whole new range of behaviors. Improved scanning, augmented combat and support modules. He's literally one of a kind. Блять, это могу пропустить? Нет, ни хрена. Придется смотреть. Now, if you'll excuse me, I have a bazillion 40-year-old satellites to find. Damon, there are only 15 missing satellites. Thank you, Iris. More sarcasm to add to your growth. Вот, ребят, давайте сейчас прервемся. Буквально минут на 20 надо донастроить. Что-то вот проблема разрешения экрана. Сейчас полосы уберу, запущу второй следующий стрим. Странно, но OBS, короче, эту игру видит вот именно в таком разрешении формата. Сейчас попробуем подшаманить. Подключайтесь, буду ждать.